привет! Это телепроект «Тренди Бренди» на канале Ника Плюс. И сегодня мы с Сашей и Ксюшей поговорим о модных тачках. А самые красивые оттюнингованные машины можно встретить на гонках. Да, обвешанные всякими прибамбасами с модной аэрографией. И такие красотки есть и у нас в городе. Клуб мы создали 5 лет назад, в этом году мы 5-летие отпраздновали. Нас просто сплочило то, что мы любим такие автомобили, мы любим гонки, драйв, экстрим. Поэтому без этих автомобилей нам никак. Здесь дело больше, наверное, не в моде, а в хобби. Люди просто получают это удовольствие, они не стремятся как-то выделиться. Может быть, у них есть потребность, да, сделать какую-то изюминку, эксклюзив какой-то. И вот они эту потребность воплощают в своей машине. Везут в основном с Японии, может быть, с Москвы, с больших городов, с Владивостока. Бензин наш подходит или его нужно, не знаю, духами лакос заправлять? Ну, бензин все-таки заливается 98-й, но он также как-то очень пагубно влияет, конечно. Максимальная скорость, которую могут развить эти машины? Ну вот ГТР, по-моему, ехал 390. Нет, 290 вру. Не по Петрозаводску. Конечно, нет. Я как-то избежал штрафа лишь потому, что очень удивил сотрудника ДПС. Ну, вовремя его не увидел в водяном поле. Даже избежал лишения прав, очень торопился домой. Очень во много раз превысил скорость, и он удивился, что способна вообще такая скорость появиться на этой дороге. А какая была скорость? 207, по-моему. То есть это все-таки как бы автоспорт. Это не хулиганство, когда там показывают фильмы, не знаю, форсажи и так далее, когда на крутых тачках люди гоняют ребята по городу, там, на перегонки, там, подрезая всех вокруг. Нет, может быть, это с этого все начиналось, когда еще только зарождение такого стрит-рейсинга у нас было, такого явления, как может. А сейчас все, ну, большинство автоклубов стремятся к официальным мероприятиям все-таки, чтобы была повышенная безопасность, потому что растет мощность автомобилей с каждым годом. Соответственно, проводить какие-то либо соревнования где-нибудь на очень узких дорогах небезопасно, а это никому не нужно. Ну, на данном этапе мы рассчитываем на поддержку правительства, потому что вроде сейчас, в сравнении с прошлыми годами, какой-то интерес появляется все-таки от них, чему мы очень рады, потому что спрос растет, автоспорт в России развивается, северо-западу тем более, и мы бы хотели, чтобы в Карелии он также не затормаживался. Вот вы в Финляндию за покупками, например, на такой машине можете прокатиться? Да, легко. Да, на такой тачке можно доехать до Финляндии часиков эдак за 2. Угу, если убрать ограничения по скорости с наших дорог. Кстати, автомобиль – это не только средство передвижения и развлечения, но еще и отличный помощник в шопинге. Ни для кого не секрет, что половина Карелии ездит в Суоми за шмотками, но не у всех есть возможность поехать на своем личном автомобиле.
Да, например, у нас, Ксюшей. Что же делать в такой ситуации? Либо попросить парней подкинуть нас до Финляндии, либо есть еще один способ решения этой проблемы. Мы с Ксюшей пока что не накопили денег на личный автомобиль, поэтому на шопинг в Финляндии мы поедем с автотуром. Здравствуйте! Мы хотим поехать на шопинг в Финляндию и решили обратиться за помощью к вам. Наша туристическая компания «Автотур» предлагает вам ежедневный выезд из Петрозаводска в любой город Финляндии. На шопинг лучше всего отправиться в близлежащий город, это город Йоэнсу. От границы всего лишь 70 километров. Мы забираем наших туристов рано утром от дома. И после возвращения из Йоэнсу опять же возвращаем их домой к подъезду. Что удобно, потому что обычно люди возвращаются с огромным количеством сумок, и не хочется заказывать такси и ехать от вокзала. Мы предлагаем выезды на комфортабельных автобусах. Это Toyota, Nissan, Mercedes. Это обычно машины на 8 мест, на 6 или на 7. Но те туристы, которые хотят ехать индивидуально, без проблем мы предоставляем им легковые автомобили, минивенчики на 3, на 4 места. На сегодняшний день стоимость шопинга составляет 1600 рублей. Это туда-обратно. В программу шопинга входит проезд до города Йоэнсу. Все брендовые магазины находятся на торговой площади, где мы останавливаемся. Ближе к вечеру мы всех отвозим в крупные магазины, которые за городом находятся, такие как Токмани, Лидл, Призма. Если вы хотите посетить лучшие магазины Италии, Испании, вы хотите съездить в Париж, вы хотите съездить в Милан, и у вас есть шенгенская виза, то мы можем доставить вас в любой аэропорт Финляндии, будь то Лапинранта или Хельсинки. У нас есть индивидуальные трансферы в аэропорт. Автотур – это не только выезд на шопинг в Финляндию, также это и отдых за рубежом на лучших пляжах мира, будь то Греция, Кипр, Испания. Мы можем вам оформить путевку как с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга, так же с вылетом и из Хельсинки. Путешествовать с автотуром надежно и комфортно, а летом еще и выгодно. Добро пожаловать! Но прежде чем мы с Ксюшей поедем на шопинг в Финляндию, мы должны подвести итоги нашего фотоконкурса ВКонтакте «Автотренди», как вы догадались, на самую модную тачку. А победителем стала Дарья Данилова, которая получает подарок от нашего партнера магазина «Айхо». Это коробочка-сюрприз, в котором находятся 4 различных подарочных сертификата. Который из них какой-нибудь выбери, Дарья. Ну, мы прощаемся с вами, смотрите «Тренди Бренди», участвуйте в наших фотоконкурсах. Ну, а мы поехали в Йоэнсу ходить по модным магазинам. И кататься по ровным дорогам.